Добрый день, горячая линия партии «Единая Россия» по контролю за качеством ремонта дорог во Владимирской области. Меня зовут Александра Алексеевна, слушаю вас. Телефон горячей линии партии «Единая Россия» по контролю за качеством ремонта дорог в Владимирской области буквально разрывается от звонков с самого утра. Теперь жители региона могут стать народными контролерами, проследить за тем, как изменяется дорожная инфраструктура и сообщить обо всех недочетах. Основная масса вопросов, конечно, касалась объектов дорог, которые не вошли на настоящий период в план капитального ремонта дорог, но жители просят их включить в последующий период. Также были звонки по уже начавшимся работам, которые начали выполнять и, по мнению жителей, с нарушением качества. Например, там где-то уровень, скажем так, подсыпки не выполнен не полностью, где-то выполнена работа не до конца. Напомню, в этом году депутатам фракции «Единая Россия» в облпарламенте удалось добиться перераспределения бюджетных средств, преодолев сопротивление губернатора КПРФ и ЛДПР. В результате этой инициативы на ремонт муниципальных дорог Владимирской области была выделена рекордная сумма – 1 миллиард 600 миллионов рублей. Самое главное и самое важное для нашей партии – добиться того, чтобы деньги действительно были израсходованы целевым образом, с надлежащим качеством, по тем дорогам, которые будут дополнительно ремонтироваться благодаря решению «Единой России», чтобы там действительно все было качественно, и в случае нарушений каких-то, чтобы немедленная была реакция, мы эту схему отработали, и мы не допустим того, чтобы дороги с нарушениями ремонтировались в рамках выделенных денег. За ходом ремонтных работ также проследят эксперты партийного проекта «Безопасные дороги» в Владимирской области. Все недочеты будут не только фиксироваться, но и передаваться в соответствующие надзорные органы. Очень важно, чтобы каждый рубль, который был доведен до муниципалитетов на ремонт дорожного полотна, был эффективно израсходован. Для этого партии подключаются и, как общественные контролеры, будут смотреть за качеством выполненных работ и призывают жителей обращаться на горячую линию, сообщать о тех дорогах, где требуется ремонт, о тех дорогах, где идет ремонт, но качество работ, как считают жители, не соответствует должному уровню. Активисты партии вместе с жителями будут выезжать на проблемные объекты, смотреть их и принимать соответствующие меры. О фактах некачественного ремонта дорог можно сообщить по телефону горячей линии 8 800 253 33 в рабочее время.